Общее сведение. Тубулярная карцинома почки, тубулярный рак, рак почечных канальцев Беллини по наблюдениям практических онкоурологов, встречается менее чем в 1% случаев злокачественных поражений почек. Тубулярную карциному относят к опухолям с потенциалом злокачественности выше среднего. Как и другие типы рака почки, неоплазия приблизительно в 2-3 раза чаще выявляется у мужчин преимущественно в возрасте 40-60 лет. Тубулярная карцинома почки. Причины. Этиология тубулярной карциномы почки изучена не до конца. К факторам, увеличивающим вероятность развития заболевания, относят генетические дефекты в хромосомах, состояние иммунодефицита. Ожирение, длительный гемодиализ, наследственные обусловленные заболевания, болезнь Гепфель-Линдау, воздействие ионизирующей радиации, курение, химические и медикаментозные интоксикации. Патоанатомия. Микроскопически тубулярная карцинома содержит трубчатые тубулярные и сосочковые папиллярные структуры, выстланные однослойными кубическими эпителиоцитами и создающими картину, так называемой булыжной мостовой. Рост опухолевого узла, быстро прогрессирующий, не имеющий четких границ с распространением на мозговое вещество и сосочки. Макроскопически на разрезе карцинома имеет вид светло-серого узла с массивными очагами некроза. Симптомы тубулярной карциномы. Патология длительное время может развиваться бессимптомно и проявляться клинически лишь на поздних трудноизлечимых стадиях. Общим неспецифическим признаком может служить ухудшение общего самочувствия, являющееся следствием опухолевой интоксикации. Часто больные отмечают беспричинную слабость, снижение аппетита и активности, похудание, артралгии. Нередко отмечается субфебрилитет, иногда температура тела повышается до 38-39 градусов, сопровождаясь ознобами, что часто воспринимается как инфекционное заболевание. У 5-10% пациентов с тубулярной карциномой почки развивается артериальная гипертензия. Местными проявлениями рака почки служит гематурия, болезненность в пояснице и определяемая на ощупь опухоль. Гематурия носит безболевой характер, что отличает ее от аналогичного симптома при камнях почек. Кровь в моче, как правило, появляется внезапно, на фоне общего удовлетворительного состояния и также неожиданно самостоятельно исчезает. Образующиеся при кровотечении кровяные сгустки могут вызывать обструкцию мочеточника и приводить к развитию болевого приступа, протекающего по типу почечной колики. Боли в пояснице носят тупой, ноющий характер, иногда иррадиируют в бедро или пах. Пальпируемая опухоль при раке почки является характерным, но наиболее поздним из триады местных симптомов. Осложнение при выраженной гематурии. Высока вероятность возникновения тампонады мочевого пузыря и острой задержки мочи и спускания. Иногда наблюдается варикоцеле, которая может возникать у мужчин при прорастании опухолью или перегибе левой почечной вены, сдавлении нижней полой или яичковой вены, тромбозе нижней полой вены. Метастазирование тубулярной карциномы почки чаще происходит в легкие, сопровождается кровохарканием и часто ошибочно принимается за бронхогенный рак, пневмонию или туберкулез легких. Костные метастазы проявляются упорными интенсивными болями, нередко расцениваются как проявление радикулита или межреберной невралгии. Метастатическое поражение позвоночника сопровождается нижней параплегией, нарушением функционирования тазовых органов. Метастазы в трубчатой кости могут приводить к патологическим переломам. Регионарные метастазы выявляются в параортальных и параковальных лимфоузлах. Диагностика, осмотр и пальпация позволяет выявить лишь опухоли больших размеров. При этом могут отмечаться увеличение и асимметрия живота, расширение вен брюшной стенки, варикоцеле, отеки ног. Исследование общего анализа мочи обнаруживает эритроцитурию, протеинурию, лейкоцитурию при сочетании рака с пиелонефритом. При биохимическом исследовании крови обращает внимание повышение активности щелочной фосфатазы, уровня А2 глобулина. С помощью иммунологических тестов выявляются нарушения метаболизма белков сыворотки крови, ферритина, альбумина, трансферрина и ДРЭ. Закрывающая круглая скобка точка. Скрининговым методом диагностики опухолей в современной онкоурологии является УЗИ почек, позволяющий обнаружить деформацию контуров пораженной почки и ее неравномерную инфраструктуру. УЗИ помогает дифференцировать рак почки с гидронефрозом, пионефрозом, нефролитиазом, поликистозом почек, абсцессом, туберкулезом почек, солитарной кистой.
Рентгеновскую диагностику при подозрении на рак почки начинают с выполнения обзорной урографии, позволяющей увидеть изменения размеров и конфигурации почки. С помощью экскреторной урографии уточняется морфологическое и функциональное состояние почек. Для определения васкуляризации пораженного органа проводится почечная ангиография. В комплексе диагностики важную роль играют данные нефросцинтиграфии, МРТ и КТ почек. Биопсия почки ввиду высокого риска диссеминации раковых клеток обычно не проводится.